Пророк Господень Самуил был праведным судьей. Всю жизнь Израилю служил до старости седой. Потом он сыновей своих призвал народ судить. Народ же, возроптав на них, пророка стал просить: «О Самуил, твои сыны творят неправый суд, и в дни жестокие войны они нас не спасут. Поставь царя, он будет нам защитой и судьей. Царь отомстит всегда врагам, народ не выдаст свой». И Самуил пред Богом встал, молитву сотворя. Услышал Бог его и дал Израилю царя. «Пошлю я юношу в твой дом, когда же он придет, помазывай его царем, Израиль он спасет». В то время молодой Саул пошел ослиц искать. К пророку в город он свернул, хотел про них узнать. И вот увидел Самуил, красивей всех людей, всех выше и стройнее был избранник иудей. «О юноша, — сказал пророк, — обедай у меня». Нашлись ослицы, что не мог ты отыскать 3 дня. Ведь будешь ты и весь твой дом Израилем владеть, и будешь первым за столом сегодня-то сидеть. Саул, услышав, был смущен. «Мой дед Вениамин, и племя меньше всех племен, я в доме младший сын. Пророк сосуд с елеем взял и вылил на него. Тебя Господь царем избрал народа своего. О люди, Бог вам дал царя!» Израильский народ вскричал Творца благодаря: «Пусть долго царь живет! Лишь тот, кого Господь избрал, умеет управлять, и с ним, велик он или мал, пребудет благодать».